Можно говорить. Вот так. Хорошо. Значит, наша сегодняшняя поездка куда? Кто знает? На эту вертушку. Еще есть мысли какие-то? На ветряки. Еще мысли какие есть? Ветряная электростанция. Все слышали? Да, поэтому я вам желаю хорошего велопробега. Внимательно слушайте тренера, и все у вас получится. Вова, чуть медленнее. Медленнее говорю. Ближе к обочине. Ближе к обочине, Настя. Так, к девочкам не приставать. Молодец, темп держит. Не спеши, Вадим. Дальше, дальше, дальше. Можно дальше. Аккуратно, Сашка, аккуратно. Сашка. Не спешим.
Бежим, бежим, бежим. Как ваши ощущения, молодые люди? Все отлично. Все отлично? Нормально. Все по чуечкам? Да. Силы есть? Да. Ума не надо, да? Надо. Или надо? Надо. Ванюша? Ванюша работает. Артемон, камон. Так. Так, ну что, молодежь, ваши впечатления о поездке, насколько тяжело вам ехать? Телефоны мы забираем обычно во время поездки. Настя, как ваши ощущения? Силы хватает? Желание? Стремление? Молодой человек, ваши? У вас одно нарушение есть, желтая карточка, еще одна карточка, и вы в машину садитесь, велосипед в багажник. Лена, как ваши дела с Сашкой? Нормально. Нормально, значит, хорошо. Роман, да. Как ваши приятные ощущения? Все нормально? Данька, ты о чем задумался, друг мой? Я устал. Устал? Но ехать... Нет таких слов у спортсменов. Скажи, я в расцвете сил, я молодой, я выдержу, да? Да, но как это? Так, хорошо. Ваня, как у тебя дела? Ваня замыкает колонну, он нам помогает. Слава, иди сюда. Так, у Славы, по-моему, сперли велосипед. Все, Слава, ну, так бывает в жизни. Так в жизни бывает, поэтому... А, Вадим, силы есть? Да. Цепь не слетает? Хорошо, Артем? Все отлично, да? Хорошо. Так, у нас получается, сейчас смотрите, вот развилка там, видите? Вот куда поехал грузовик? Он направо поехал, а мы налево поедем. Вот на этой развилке налево завернем. Всем понятно? Всем понятно? Так, Николай Евгеньевич в кадре. Запечатляем. Не спешим. Не спешим. Вы можете уже наблюдать первую ветряную электростанцию. Мы уже близко. Да, Сашка? А? Что до этого? Так, держим темп. Now I'm getting out of time, out of Александр, все хорошо? Все хорошо. Восхождение у нас, да, сегодня? О, наша цель уже есть первая. Рома, топи, Рома, на газ. Out of time.
Как дела, Лена? Если устала крутить, можешь пешочком пойти немножко. Слава? Артем, живой? Все, звук слышен. Ох, Вадимка, будем тебя гонять! Смотрим вперед, вперед. Во, хватит жужжать.
Артём, до камня. Палки не брать, ничего не трогать. Улыбаемся. Все, пошли в любительница пофотографироваться на закате. Кто бы говорил, да. 100 фотографий сделал уже. Это Юрик. Просто Юрик. Астюха! Улыбаемся. Здравствуйте. Так. Это Славик. А, Славик, да. Ой, это Рома. Это Валера. Валера и Славик? Да, это Валера. Валера, да. Так, Валюша. Улыбаемся. Out of time.
Out of